Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом ПП-торта Сникерс. Получается он вкуснее оригинального Сникерса и намного полезнее. Обязательно попробую его приготовить. Для коржа нам потребуется арахис 100 грамм, сухое обезжиренное молоко 60 грамм, мед 50 грамм, арахисовая паста без сахара 30 грамм, шоколад без сахара 40 грамм. Для нуги нам потребуется 2 яичных белка, желатин 10 грамм, крахмал 5 грамм, молоко 60 миллилитров, сахарозаменитель по вкусу. Итак, приступим к приготовлению. У меня сырой арахис, поэтому я его промыла, просушила и обжариваю на сухой сковороде. Очищаем уже остывший арахис. С крахмалу добавляем ванилин, сахарозаменитель. Желатин высыпаем в молоко. Перемешиваем и даем ему время набухнуть. Отделяем белки от желтков. Белки взбиваем до крепких пиков. Сухое молоко обжариваем на сухой сковороде, постоянно помешивая, так как оно быстро пригорает. Набухший желатин отправляем нагреваться, добавляем его к белкам. Добавляем крахмал, перемешиваем. Аккуратно выкладываю полученную смесь в силиконовую форму. Арахис пробиваю блендером. Несколько ложек добавляю к полученной массе, тщательно перемешиваю. Разравниваю и убираю в холодильник до застывания. Обжаренное сухое молоко добавляю к оставшейся арахисовой крошке. Пробиваю блендером. Добавляю растопленный мед и арахисовую пасту. Тщательно перемешиваю. Выкладываю полученную массу в силиконовую форму. Разравниваю, убираю в холод. Разламываю шоколад, добавляю к нему сливки. Растапливаю, перемешиваю. Собираем части. Выкладываем нугу и корж. Покрываем шоколадом. Убираем в холодильник до застывания шоколада. Торт Сникерс готов. Сверху я еще посыпала его арахисовой крошкой. Приятного аппетита! Буду очень рада твоему лайку за мои старания. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать мои новые, не менее вкусные рецепты. Пока-пока!